Доброго времени суток всем, кто посещает мой канал, кто смотрит мои видео. И я снова возле своих фиалочек. И перед нами фиалочка, которая у меня опять только раскрылась. Вот она уже. Я дождалась, пока у меня три цветочка образуются. Вот это голубой дракон. Эту фиалочку я не на выставке покупала. Я покупала это на рынке, но так вроде бы эта женщина, она занимается фиалочками. Вот я искала голубую фиалочку, и она мне порекомендовала, вот, чтобы я купила эту фиалочку. Я ее купила, и она у меня была такая маленькая. Когда я ее пересаживала, вынуждена была пересаживать, потому что у нее земляной ком, он просто был весь мокрый и просто был тяжелый. То есть она была перенасыщена влагой, эта фиалочка. Естественно, я ее захотела посадить в нормальную земельку. Вот, уже так, как я это понимаю, так, как я хочу. Конечно, она долго болела. Она долго болела. Еще она пыталась цвести. Как-то у ней было пару цветочков. Но, естественно, она потом закончила свое цветение. И вот она у меня долго-долго сидела. И так получилось, что я даже от нее взяла листочек. Вот. И я укореняла. Вот. А эта вот фиалочка, так вот она ожила. Нужно было какое-то время, конечно. Какое-то время нужно было. Месяца 3 или 4, это точно. Потому что они у меня растут при естественном освещении, то есть при солнечном. Вот. И сейчас мы видим, что это здоровая фиалочка. Вот. Я ее посадила вот в такой горшочек. То есть такой вот он как бы плоский, и я думаю, что ей здесь очень уютно, потому что она вот цветет. Это вот ее первый такой цветочек. Вот. Я бы не сказала, что это голубой цвет. Это такой нежно-нежно-нежно-сиреневый. Вот. По краям, видно по краям, что не везде, а как-то вот на верхних точках лепесточков белый цвет присутствует. Вот. И уже вот третий цветочек, он вот, ну, недавно распустился, еще такой небольшой, но уже вот он такой махровенький. И вот она у меня цветет, еще бутончики там есть. Вот мне нравится, как она развивается. Вот. Это голубой дракон. Красивая фиалочка. Цветочки небольшие, средней такой вот величины, но красивые. Красивая розеточка такая широкая достаточно по диаметру. То есть листочки растут вольготно, не скупятся. Вот. Черешочки свои вот вытягивают так. Или череночки. Вот, ну ладно. И вот такая вот фиалочка. Красивая. Голубой дракон.